Министерству иностранных дел довести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси. Им просто надо рассказать и рассказывать, что происходит в Беларуси, чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие там, и Зеленский, чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их не стесняться об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается. Это во-первых. И во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Белоруссией, проводить сейчас учения – контрпродуктивно. Они это должны понимать. И они будут за это отвечать, если что случится.